Привет, мои дорогие друзья, с вами ваш Мангуст, и сегодня вас ждет новая серия по Farming Simulator 17. Но серия будет очень необычная, мы с Петровичем и Кузьмичем придумали для вас кое-что интересненькое. Вы, кстати, давно писали такую идею, и мы собрались ее осуществлять в жизнь. Будет таких идей, на самом деле, очень много, если вы поставите много лайков, ребят. Так что ставьте лайки, не жалейте и пишите самые интересные комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. Ну что, Кузьмич и Петрович, вы готовы к действиям? Готов. Отлично. Ну что, ребят, смотрите, идея сегодня такая. Мы взяли Big Bad, пока прям решили вот начать с таких мощей. 16 цилиндров в нем, да? 16V, что значит 16V? 16 цилиндров, да? Ну что, у меня два механика не соображают, что ли? Ну, понятно, ладно, понятно, они что-то не тупанули. Вроде 16 цилиндров, 16V. Так, значит, получается у нас Big Bad против наших отечественных тракторов. Сегодня взяли именно отечественные трактора. А вы пока двое думаете или читаете, что значит 16V на Big Bad. Потом скажете. Что у нас сегодня будет, ребят? Сегодня у нас будет МТЗ-82.1. МТЗ-1025, К-700, точнее, МТЗ-3522 и МТЗ-4522. В общем, будем все это дело постепенно присобачивать, так сказать, присоединять к Big Bad и пробовать, на каком этапе мы Big Bad, допустим, не сможет перетянуть всю эту массу. Будем вот такими вот сцепочками соединять, таунбарами вот такими вот. Первый пойдет, наверное, МТЗ-82. Да, я понимаю, что это дико, конечно, просто безумство какое-то, что МТЗ-82 вообще никак не вытянет. Но начнем с него, он будет первый. И надеюсь, когда мы все это потом соединим, знаете, когда все это в конце там К-700 будет тянуть, надеюсь, этого малыша не разорвет на кусочки. Потому что это, в принципе, возможно. Представляете, нахер все это разорвать здесь? В общем, вот такое вот сегодня действие. Ну что, почитали, что такое 16V? В-16, 16-цилиндровообразный двигатель. Все, красава. Ну, это я так и думал. 16 цилиндров, молоток. Ну что, давай, Кузьмич, тогда в Big Bad прыгай. Так, Петрович, давай в МТЗ. Я сейчас буду как рефери. Мы вот, кстати, ребята, мы еще поставили вот такие вот конусы. Но это чтобы за границу, грубо говоря, не переезжать. И вот такой вот конус, он будет определять, кто кого перетянет. Но, в принципе, пока он не нужен, а вот когда много соберем, то будем определять. Так, ну что, значит, цепляем мы сейчас это все дело к Big Bad. Так, Big Bad сейчас будет цеплять. Цепляй Big Bad. Big Bad цепляет. А, нет, МТЗ цепанул. Все, нормально. Так, ну что? Я так думаю, что Big Bad сейчас даст фору МТЗ. Во-первых, он не будет газовать. А МТЗ начнет. Давайте. 3, 2, 1. Поехал. Давай, Big Bad, поехал. Не понял. Стоп. Стоп. Что такие дела? Там за рулем Big Bad вообще кто-то есть? Я не вижу никого за рулем Big Bad. Он не едет вообще. А, вот он, все, давай. Поехал, газу давай. Ребят, нифига себе, вот это поворот. Так, ну-ка с Big Bad слезьте. Дайте, сейчас рефери сядет. Почему-то не видно пилота, я не понял почему. Так, заводим, пускаем двигатель, давайте. Ну-ка, давай МТЗ. О, как это не едет. Ну-ка, пробуй, Петрович, давай газу. Да он даже сдвинуть не может. Что ты там нажимал-то, блин? Кузьмич, ты чё? Ты даже сдвинуть не можешь. Так, ладно. Я раз нажал, он и стоял, и всё. Не знаю, что у тебя стоял. Так, подожди, Петрович, стоять. Так, Кузьмич, ну-ка давай газу. Все, стоп, все понятно, нормально, все, вот поехал. Нормально. Теперь я тебя вижу, а то мы пилота не видели. Так, все, давайте, давай, стоп. Давайте, 3, 2, 1. Ну, газуем, поехали. Ну, все, понятно, ладно. Все, тут вообще на изях. Так, все, ладно. А с МТЗ-хой все понятно, ребят. МТЗ-х вообще не тянет. Так, ребята, остановились. Берем следующую сцепку. Так, я так понимаю, что... Так, если первая МТЗ-шка, значит, мне нужно вот этой стороной ему подать. Так, давай, цепляй. Есть, все. А где зацеп? Зацеп был, нет? Петрович. Я тут. Цепляй.
Есть, все. Зацепили. Так, дальше. А, так, я сейчас подцеплю, значит, в этот трактор. Петрович настроит follow me. Цепляем меня. Есть, все. Так. Сейчас Петрович настроит follow me. Табом слазь. Так, есть. Настроил. Все, садись в этот трактор. Газу получится дать на нем, нет? Получится. Только он как-то приподнялся. А ты не можешь цепку опустить вниз? Слушай, тут, значит, не получится, ребят. Подождите. Не-не-не-не-не. Так, тут надо как-то сделать по-интересному. Сейчас. Видимо, у него цепка как-то, видите, вниз падает. Так, сейчас надо придумать. Может быть, большой трактор пока поставим? Давай, снимай этот. Отпускай его. Давайте сейчас, ребятки, поставим тогда... Вот этот, 20-25 или какой там, 30-25. А потом уже после него МТЗ. Вот, 35-22, давайте его. Потому что он здесь, в принципе, не самый мощный. С балансировочкой на колесах, все нормально. Так, вверх бы у него поднять этот... Не регулируется, да? Ну ничего, у него колеса большие, мне кажется, как раз будет. Цепляй. Есть, нормально. Все. Садись. Так, Петрович пошел. Все, нормально. Так, ну что? Я думаю, опять фору Кузьмич дает. А Петрович дает газу. И вообще не может сдвинуть, да? А Биг Бат? Понятно, все, стоп. А, так, все понятно. Все, 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 все. Попробуй чуть-чуть сдай назад, Кузьмич, чуть-чуть. И в этот момент Петрович начинает ехать. Все, а теперь вперед, Кузьмич. Ну, понятно. Все, 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 стоп, 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 стоп. Так, ребят, вы сами все видите. Так, пока не вывозит, пока не вывозит. Так, сейчас цепляем еще один таунбар к МТЗ. Так, давай, Петрович. Цепляй. Так, не этой, да, стороной. Так, знаешь, вот это. Ой-ой-ой. Опрокинули немножко трактор. Ну, ничего страшного. Так, сейчас тогда МТЗ-шку 10-25 подцепим. Да нормально, нормально. Я сейчас выровняю, не беспокойся. Не, ну, слушайте, интересно, вот когда мы все это дело соберем... А вытянет ли? Цепляй. Отлично, все. Садись. Так, здесь настраиваю follow me. Это почему, ребят, follow me настраиваем? Чтобы все это ехало, видите? Так, этот пока держит Big Bad. Ну что, поехал, Петрович, газу. Так, ребята, чуть-чуть удаляюсь. Начинаются крутиться колеса. В принципе, чуть-чуть Кузьмич назад, а потом вперед. И вперед давай. Так, все понятно, ребят. Все понятно. Пока очень легко. Пока очень легко. Но почему-то у меня сейчас на МТЗ загорелись фары, я не понял. Еще раз повторите. Кузьмич, чуть-чуть назад и вперед. А, все нормально, вперед. Все нормально, нормально. Это просто Петрович тормозил, я понял. Так, Петрович, идем далее. Теперь цепляем еще одну. Еще один таунбар. К МТЗ. И будем цеплять самый мощный МТЗ. Есть. Фух, у нас вся конструкция уходит почему-то как-то вправо. Но вот этот МТЗ уже очень мощный МТЗ. Поэтому я думаю, что он должен вытащить... Да сейчас, Петрович, поправим, не беспокойся. Я думаю, он должен просто это вытянуть на изи. Подожди. Опа, есть. Так, есть. Я слазю. Так. Ух ты, блин, сколько у нас тут уже техники. Сколько народу получается. Так, интересно. Ну, этим и становится интересно. Так, Петрович пока не газует. Петрович, видите, стоит. А, все трактора начинают газовать. А, они уже все едут. Все пытаются поехать. Даже вот этот. Тоже он просто, у него не хватает силы все это преодолеть. Ну что, давай, Петрович, газу. Поехал. Опа! Так, все, давай, давай, Кузьмич, вперед!
вперед! Вот оно, ребята! Вот она, силушка богатырская. Таунбар, ну, все равно перетягивает. Петрович, поднажми, давай. Ребята, за кого вы болеете, пишите в комментариях и, конечно же, ставьте лайки. Как думаете, все-таки перетянет сейчас Петрович? Вытянет он или нет? А ну-ка, нажми на тормоз. Не, Кузьмич, на тормоз. Так, и вперед, давай, вперед, пробуй вытянуть. Давай, 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 Кузьмич, перетягивай. Все, перетянули, ну ладно, здесь, стоп, стоп, замрите. Подождите, замерли, 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 остановились все. Так, смотрите, я сейчас просто зрителям расскажу. Смотрите, ребят, получается, что когда Кузьмич сбрасывает газ, потом начинает, Петрович перетягивает. Но когда вот они сейчас стоят и одновременно начнут на цифру 1, я сейчас отчитаю, то получается, наверное, Биг Бат перетянет. Так что давайте, 3, подождите, стоим, стоим, стоим. 3, 2, 1. Вровень, но все равно, видите, вровень, но все равно, Биг Бат все равно, немножко он оттягивает, все равно. Оттягивает, да, не хватает. Петрович там старается изо всех сил. Ну, короче, вот сейчас силы, получается, равны, примерно равны. Это 4 трактора, ребят. Блин, МТЗшка бедная первая, господи, ее сейчас разорвет, на самом деле. Короче, все, замерли, все, хорош, хватит. Ребята, ну что? Сейчас Петрович вниз опускает этот, или там, на, да, пониже его. Все, стоп. Ребят, ну что, остается самый главный наш сегодняшний герой, это К-700. Вот этот вот красавчик. Я думаю, сейчас он справится. Я думаю, сейчас он именно покажет, что такое российская мощь. Ну, соглашусь, что Биг Бат это, конечно, очень мощный трактор. Я даже не представляю, зачем он как бы нужен, да? Ну... Там, наверное, очень-очень-очень-очень большие какие-то плуги, там, культиватор, еще что-то. Все, прицепили. Сейчас подгоню, ребятки, К-700. Техника вся газует, потому что все настроено на то, чтобы газовать. Но сейчас, мне кажется, Кузьмич уже даже не сможет удержать. Как вы думаете, ребята? Прямо сейчас пишите комментарии. Пишите комментарии, сможет ли Кузьмич удержать, когда мы подцепим К-700. То есть, в принципе, Петрович будет, наверное, на тормозе держать, конечно. Но вот если он отпустит тормоз, то, в принципе, я думаю, уже не удержится. Ну что, цепляй. Так, подождите. Не работает. А почему? А вот это уже, подожди, стоп. Сейчас я попробую, знаешь, как сделать? Так, подожди. А цепи? Так, внимательно, цепи таунбар именно. Ага. Вроде отцепил, да? Так, давай я попробую вот сюда вот прицепить его. А тебя уже... Да. Понял, что я хочу? Давай, цепляй. Не работает. А, есть. Вот, все, есть. И иксом, да... Все, отлично. Ну что, пробуй теперь. Там фулуми настрой. Отлично. Почему этот... Ага, все. Ты настроил фулуми, да? Да-да-да. Сейчас я попробую сам, подожди. Он уже газует у меня, видите, я настроил. Ну что, пока Петрович держит его, я уже вижу, все трактора наработают на полную мощность, реально прям просто на полную мощность. Все газуют, все хотят показать... Кто в доме хозяин? Ну что, Кузьмич, давай начинай тогда, ты первый, а потом Петрович. Поехал, Петрович, поехал. Все, ребята, поехали. Все, все, мне кажется, все. Да. Смотрим по линии, ребят, смотрим по линии. Ну что, дотянет? Петрович, газуй всей мощи, Кузьмич тоже. Пробуй, да-да-да-да-да, Кузьмич, пробуй, пробуй. Нет, ребята, все. Это победа, это победа, ну как, блин, не совсем победа, это, конечно, совместная победа. Ну что, получается так, что Big Bad перетягивают 1 МТЗ-82.1, 1 МТЗ-35-22, 10-25, так, 45-22, и, конечно же, во главе всей этой компашки Кировец, блин, ну слушайте, ну вы представляете вообще, какие нагрузки здесь все это дело испытывает?
Вот так, если это в жизни, конечно, осуществить, то я так думаю, что вот эти два МТЗика, они просто разорвутся к чертям. Ну, особенно вот этот бедный МТЗ, который я не знаю, что он здесь делает, бедный МТЗ. Ребятки, ну вот такая вот получилась серия. Пишите ваши комментарии о том, какую технику испытать. Может быть, один на один там или еще что-то. Так что пишите ваши идеи обязательно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных проектов. Не забывайте про инстаграмчик и группу ВКонтакте. Всем пока-пока, с вами был ваш Мангуст, Кузьмич и Петрович.